мы единственное, что отслеживаем, мы отслеживаем судьбу кошек приютских, которые к нам привозят на эфир. Вот, и мы их отдаем зрителям. Ух ты, какой. Какой? Неужели он ничейный? Она? Мишель. Она? Кот. А кот Мишель? Кот. Мишель, это женское имя, нет? Откуда же он? Он из хорошего дома, он не может быть приютский. Нет, ну и в приюте их приводят в такой вот вид. Ну, красавец. Товарный, я считаю. Красавец. У Гали Говорухиной очень похож. Mm-hmm. Только не помню, как его зовут. И у него немножко белые подпали, но, в принципе, очень такой же большой. Я знаю, что ты собачница. Ты кошка. Да, я кошка. Я притворилась кошачьей, но это не получилось. Вообще, поразительно, что ты, будучи олицетворением такой хрупкой, нежной женственности, такая девочка, такая трепетная. Девочка-то. Ну, вот, знаешь, вот некоторые по жизни вот девочками вот проносят себя девочкой, вот как ты. А внутри-то всегда вот такой вот мужик, кошек не любит, кино снимать умеет. Не, ну не все мужики есть, которые млеют от кошек, поэтому насчет мужик-кошек... Ну хорошо, но там мастер спорта по стрельбе из лука. Это все есть, да. То есть есть вот это вот мужское, да? Потому что брат. А? Потому что брат, старший брат на 2,5 года, поэтому все мальчиковые игры, футбол, казаки-разбойники, поэтому. Поэтому у меня, в общем-то, и не было... как-то особо игры в куклы. Я не помню себя, чтобы я... У меня был там любимый пупс. Угу. Большой такой немецкий пупс. Да, который... и боксерские перчатки, когда вы с братом. Да, братом. Да. Понятно. Да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».